выбрали Мулан, новая коллекция и Скриши, да. Я еще покажу, вот такие пакетики есть. Такой, 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 такой и вот такой. Это новая коллекция у нас. И, конечно же, сам, который мы выбрали со звездочками Мулан. Коллекция Арбизики. Я хочу взять... Давайте возьмем этот. Помните, в прошлом видео мы не открыли один арбизик? И еще какая-то коллекция. Точно не помню. Возьмем один. Это уже я помню. Мэйзи Хитчинс. Давайте возьмем такой большой пакетик. И коллекция вкусняшки. Возьмем первый. Один. Достаточно сюрпризиков. Я начну с первой коллекции Мулан. Вот такая вот. Такой вот пакетик. Порвался нечаянно. Так, мы смотрим, что же у нас тут. Такой вот пакетик. И у нас попался такой вот красивый Мулан своим другом. Черлидер. Под номером 2. Клеим на этот розовый контур. Вот такая вот коллекция у нас получается. Следующая коллекция Мэйзи Хитчинс. Под номером 7 видно. Под номером 7. Вот такая вот картинка. Вот такая вот коллекция у нас получилась. Стояли мальчика из джунглей. Дальше хочу коллекцию вкусняшки открыть. Под номером 4 уже видно. Пакетик. А вот, открылся. И это у нас какой-то вот тортик. И вот такая вот коллекция у нас получается. Коллекция Арбиза. Приклеим вот такой вот арбиз. Приклею его рядом голубым. И сам арбиз. Вот эти арбизики у нас плавают. Коллекция шляпы. Коллекция шляпы. Вот такая вот красивая шляпа с бантиком, таким красненьким, и с белыми полосками под номером 6. Вот, если тут видите, цифра 6. Все. И коллекция Скриши еда. Тут у нас попалось такой тортик, который мы можем прямо сейчас приклеить. И вот такой вот, не знаю, как это назвать, тако. Тут выглядит колбаска, все такое. Под номером 2 контур. И вот такая вот коллекция. Я делаю еще одну коллекцию, но еще не доделываю. Ну, пока мы
я сделала сюрпризики. Ну вот все. Сегодня с вами была мисс Хорс. Это я. Привет всем. Точнее, пока. И Джузи. Пока. Подпишись.